обозначены здесь. Вот они. Только вот здесь надо было лохматку обозначить. Вот они посадки. Точку поставили. Вот видишь, мой курс. Будет все время снимать точку. А там я уже. То есть я как на всякий случай так. Ну что? Из облаков я тогда сориентируюсь, куда мне сесть. Если я буду далеко идти, то есть у меня забита та площадка, если я ничего не увижу, там мне позволит. Ну это проще всего. Без проблем, да. Да, просветы пошли. Бей, туда ровно разложи это крыло. Да, это красивый заборчик. Ну, съемку нажал? А, нет, сейчас. Ну, не забудь. Ну, лежит оно хорошо. Все нормально, да? Да. Сейчас я в сторонку отойду. Отлично! Беги!
Ну вот. Давно я хотел полетать в облаках над Бештау. Над Бештау не получилось. Ну, рядом пролетел. Так, что мне сказать? Так. Даже кажется, когда погода совсем плохая, но она все-таки не такая плохая. Главное не сидеть дома и не смотреть печально в окно.